Парадаваць дзяцей падарункам да пачатку навучальнага года запрашае выстава «Зоатэра». Яна пазнаёміць з экзатычнымі рэптыліямі, рыбамі і птушкамі з розных куткоў планеты, ад лясоў Бразіліі да пустыняў Афрыкі і Аўстраліі. На экспазіцыі маленькія чамучкі могуць даведацца, колькі вачэй у ігуаны, паглядзець, як купаюцца шыншылы, як змяняецца адценне хамелеона ад настрою і раскрыць іншыя загадкі навакольнага свету. Дзеці различных возрастоў являются нашими частыми гостями музея, и среди них, конечно же, очень много маленьких ребят, которым музей открывают для себя зачастую впервые. Поэтому мы подумали и решили, что неплохо бы организовать экспозицию, которая как раз соответствовала бы вкусам ребят младшего возраста. На выставе «Зоатэра» можно не только познакомиться с представниками живёльного света, але и отчуть себе его доследчиком. Специально для школьников подрыхтована яркая интерактивная зона, где можно выбрать заняток на любой густ. Например, шукать живёл у джунглях, намалевать и покинуть у «Зоатэры» своего придуманного звера, поглядеть мультипликационные и познавальные фильмы про живёл и сделать фотографии на память. Мне понравилось больше всего змеи, да тоже шиншиллы, ящерицы, да, и хамелеон. Я люблю животных, они, милые бывают, бывают хорошие. Бывают, конечно, и злые, которые кусаются. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадіокампанія «Гомель».